Приветствую всех зрителей! С вами Мэрл Дэн. И сегодня мы пройдем такую игру, как «Круги на воде». На сайте, где я скачал эту игру, было написано, что эта игрушка очень философская, и она заставит изменить наше отношение к жизни. Но у меня волнует один вопрос. Как игра, в которой есть котики и печеньки, судя по этой картинке, может быть философской? Ну да ладно, давайте узнаем ответ на этот вопрос и начнем новую игру. Итак, это рассказ о людях, которые гладят меня против шерсти. Думаю, все началось еще в начальной школе. Однажды наша учительница надула воздушный шарик и написала на нем «самоуважение» и повесила на стену. Она объяснила, что все мы подобны воздушному шарику. Без чувства собственного достоинства мы будем вялыми, мелкими и грустными. Похоже, всех очень вдохновили слова, но со мной этот фокус не прошел. Наблюдая, как этот шарик с каждым днем становится все меньше и меньше, я чувствовал, что высокая самооценка не может дать людям ничего, кроме кратковременного чувства собственной важности. Но кроме меня, никто этого не замечал. Каждый продолжал идти по своей короткой, жалкой жизни, раздутой от самодовольства, становясь все меньше и меньше. А больше всего я ненавижу мечтателей, которые считают, будто способны изменить мир. Думаю, за их великими замыслами о прекрасной жизни скрываются банальные желания остаться в памяти людей. Отчаянная попытка сохранить воздух в своем шаре самодовольствия. Интересная точка зрения у нашего героя. Но мир никогда не изменится. Как бы вы ни старались, все останется прежним. Но это немного пессимистично звучит, тебе не кажется, главный герой? Человеческая жизнь – просто капля в море. За эти мысли многие считают меня пессимистом, но меня совершенно не волнует чужое мнение. Куда проще жить, не пытайтесь изменить мир. Потому я просто сосредоточился на любимых делах, таких как фотография. Не важно, что эти изображения запросто могут пережить меня. Я фотографирую только природу, образы, которые не изменятся до скончания веков. Я ненавижу снимать людей. Я терпеть не могу людишек, которые лезут в кадр, прыгают и машут руками, надеясь остаться на пленке и в нашей памяти. Я ни за что не буду тратить пленку на этих пустышек. Умирая, люди уходят навсегда, что вполне меня устраивает. Я живу в небольшом городе. Однако здесь можно отыскать много потаенных мест, где всегда есть что-нибудь необычное. Какой-то парк. Сегодня мне предстоит отправиться сюда. Маленький парк, затерявшийся за плотными кронами деревьев и старым зданием школы. Вряд ли здесь удастся сделать хорошие кадры, но по крайней мере я смогу укрыться от людей. Да наш герой похоже человека-ненавистник. Я навел камеру на ближайший куст, чтобы проверить освещение. Время близится к вечеру, но солнце пока высоко, чтобы сделать парочку хороших снимков. Что это за звуки? Кого-то убивают? Насилуют? Заметив за кустом какое-то движение, осторожно двинулся вперед, держа фотоаппарат перед собой, будто он сможет защитить меня, если из-за куста что-то выскочит. Ну конечно, фотоаппарат это лучшая защита от маньяка. Учитывая, насколько дорогой этот фотоаппарат, наверное, было бы лучше принять удар на себя. Действительно. О, девчуля. Это девочка. Что она здесь делает? Она плачет? В нерешительности я отступил назад. Если девочка приходит сюда поплакать, не стоит вмешиваться. Но этот плащ больше походит на мяуканье. О, привет. Девочка спокойно посмотрела на меня. В этот миг я заметил, что она гладит маленького котенка. Привет, сказал наш главный герой, которого зовут Кода. Кода, это прекрасное имя, но я буду звать тебя Шкода, как чешский автомобиль. Шкода Октавия. Итак, Шкода Октавия подприветствовал эту девчулю. И что же дальше? Извини, что помешал. И, наверное, лучше пойду. Ты вовсе не мешаешь. Погоди. Котенок, которого она гладила, лениво зевнув, потянулся к руке. Вот, держи. Девочка протянула котенку печенье. Котенок радостно ударил по лакомству лапкой, а потом схватил его своими маленькими зубками. Чем ты их кормишь? Это печенье. Я испекла его утром. Она кормит кошек печеньем. Видимо, кошки это те еще сладкоежки. По-моему, не стоит расходовать еду на каких-то кошек. Нет, это того стоит. Ты же знаешь, они в любом случае умрут. Бездомным животным редко удается долго протянуть на улице. Ах, какой, однако, пессимист. И? Тогда зачем их кормить? Котята проголодались. Разве мне нужна какая-то еще причина?
Думаю, нет. Почему ты даешь им печенье? Потому что только они будут его есть. Чего? Извини, мне пора домой. А, прекрасный диалог. Девочка нежно похлопала котенка по головке и ушла. Прощай, девчуля. Она даже не попрощалась. Даже не знаю, обижаться мне или нет. Да какое это вообще имеет значение? Котята сбежали к моим ногам, и я встал на колени, чтобы сделать пару снимков. И фигак, сразу наступила ночь. А, уже стало слишком темно. Теперь я ничего нормально не сниму, по крайней мере с этой камерой. Сегодня мне уже не удастся хорошо пофотографировать. И вот на следующий день. Не знаю, зачем я вернулся сюда. Видимо, чтобы погладить котят. Я сказал себе, что мне просто нужны хорошие кадры, ведь вчера вечером я не успел ничего заснять. Но я уверен, что просто лгу себе. А вот и девчуля. О, ты вернулся! Я просто хочу сделать пару снимков. Ну, конечно, конечно, конечно же мы тебе верим, Шкода. Тогда я не буду тебе мешать. Многоточие. И взял пару скучных снимков, поглядывая на девочку. Чем ты их кормила сегодня? Наверное, это можно назвать пончиками. Ты их тоже сама испекла? Конечно! Сегодня утром перед школой пришлось встать пораньше, чтобы все успеть. Зачем? Действительно. Ну, знаешь, тесту нужно время, чтобы подойти. Но я не это имел в виду. Да? Тогда что? Зачем столько трудиться ради еды для кучки котят? Я же сказала, потому что они ее едят. Прекрасное объяснение, просто замечательное. Наш герой тоже в шоке, многоточие. Знаешь, я всегда любила выпечку. И что в ней самое лучшее, так это возможность поделиться с другими. Когда-то я даже мечтала о своей пекарне. Да? В прошлом году я испекла кексы для всего класса. Я встала рано, чтобы выпечка была свежей, использовала самые лучшие ингредиенты, какие только смогла себе позволить. Я хотела, чтобы кексы получились по-настоящему особенными. Вот только они никому не понравились. Многие девочки даже не попробовали их, сославшись на строгую диету. Я была так рада, когда несколько мальчишек решили взять мои кексы, но они просто стали ими кидаться друг в друга. Я даже угостила учителей, которым казалось, моя выпечка пришлась по нраву, но в конце концов нашла эту выпечку в корзине для мусора. Беда, печаль. Еще бы! Люди никогда не ценят то, что им причитается. Нет никакого смысла стараться ради других. Может быть. После школы я пришла сюда. Мне хотелось плакать, но эти малыши прибежали и развеселили меня. Я предложила им свои кексы, и котята с удовольствием их съели. С тех пор и каждый день я им что-нибудь приношу. Это моя благодарность. За что ты их благодаришь? За то, что они рады отведать моей еды. Вопросительный знак. Что я люблю больше всего на свете, так это видеть улыбку людей, которые едят мою выпечку. Я хочу радовать людей, чтобы сделать этот мир лучше. Ах, наивные мечты. Это же глупо. Глупо? Нет никакого смысла кого-то радовать. Рано или поздно люди снова падут в уныние, а потом они умрут. Да наша Шкода, похоже, год. Иначе я не могу объяснить такой закоренелый пессимизм. Ты правда так думаешь? Ну да. Понятно. Ты ужасный нигилист. Какое прекрасное обзывательство. Только не говори, что собираешься примерять ко мне всю эту философию. Нет. Ладно, мне пора. До завтра. Чего? Меня зовут Кил. А тебя? Кода. Не ври, Кода, тебя зовут Шкода. Тогда до завтра, Кода. Даже не думай. Конечно. Она мило улыбнулась и ушла. Как и в прошлый раз, котята подбежали ко мне. Но я не стал утруждать себя их фотографированием. Все равно, здесь слишком темно и скучно. Даже если сегодня у меня не будет хороших снимков, не думаю, что стоит сюда возвращаться. Но тем не менее, наш герой все-таки вернулся в этот парк. И все же... Привет, Кода. Многоточие. Ты пришел просто фотографировать, да? Да. Снимки, которые я вчера напечатал, получились не очень. Ты проявляешь фотографии?
Ее голос прозвучал с искренним удивлением. Я почувствовал в нем нотки победы. Она все-таки просекла, что мы пришли вовсе не ради фотографий. Это цифровик. Здесь все слишком просто. Ничего интересного. Он прощает любые ошибки. Понятно. Это тебе. Кью протянула мне пластиковую коробочку, перевязанную лентой. Что это? Печенье. Ты же хочешь попробовать, верно? Чего ты решила? Ну, ты же вернулся. Ах, она все просекла про нас. И даже язык нам показала. А между прочим, показывать язык крайне некультурно. Некультурная девочка Кью. Вздохнув, я открыл коробочку. Меня встретил сладкий аромат корицы и шоколада. Я откусил кусочек. В самом деле, очень неплохо. На мгновение удивился, почему другие не приняли ее еды. Но быстро осознал, что это просто часть человеческой природы. Извини. А? Ты не улыбнулся. Видимо, печенье получилось невкусным. Вовсе нет. Я просто немного разозлился на тех, кто не оценил твою выпечку. Не стоит. Если тебе понравилось, просто улыбнись. Ты так старалась, чтобы я улыбнулся? Ты не похож на счастливого человека. Замечательная характеристика. Вот это уже совсем не твое дело. Да, будь грубой с девочками, будь плохим парнем. Но ты же вернулся, чтобы встретиться со мной. Я не говорил, что вернулся ради тебя. Этого и не нужно. Это и так понятно. К тому же это совсем не важно. Все равно завтра я буду опять несчастен. Тогда завтра я принесу тебе еще больше печенья. Ты правда хочешь увидеть мою никчемную улыбку? Я хочу, чтобы все улыбались. Ха! Очередная несбыточная мечта. Вот за это я ненавижу людей. Ты не любишь людей? Ну, конечно. Они только все разрушают. Они влезают в кадр, когда их об этом не просят. Я так не могу. Это все так раздражает. А я тебя тоже раздражаю? Ну, видимо, нет. Такие оптимисты, как Кью, всегда вызывали у меня отвращение, но ее удивительная прямота и честность пришлись мне по душе. Не знаю. Да все ты знаешь, Кода, не ври нам! Она засмеялась и вернулась к котятам. Ну ладно. Не могу сказать, что ты меня раздражаешь, просто... Я просто не люблю людей, которые думают, что они смогут изменить мир. А почему бы и нет? Потому что это глупо. Человеческая жизнь — это просто капля в море. Ты ведь сам в это не веришь. Нет, верю. Это лучше, чем верить в то, что я могу на самом деле хоть что-то изменить. Тогда зачем ты вернулся? Чего? Ты хочешь верить, но просто боишься. Ты боишься, что ничего не изменишь, поэтому и не пытаешься. Я не... На самом деле, я не мог сказать, что она была не права. Кода. Да? Даже если моя жизнь — это всего лишь капля, от каждой капли по воде расходятся круги. Вот что начало название этой игры. Она ушла, прежде чем я смог ей ответить. Мне все равно нечего было сказать. Обычно я злился, если кто-то пытается меня переубедить своими заурядными, якобы вдохновляющими речами. Но сейчас все изменилось. Она не пыталась мне ничего внушить. Она действительно верит своим словам. Кью, такая веселая и уверена в себе, но в ней нет ни капли безрассудства или гордости. Она верит, что способна изменить мир с помощью печенья и улыбки. Не знаю, сможет она или нет, но я знаю, что ей удалось изменить меня. Я взял в руки цифровик, чтобы запечатлеть закат, задаваясь вопросом, что же эта загадочная девочка принесет мне завтра? Я тоже должен принести что-нибудь для нее. Может быть, я спрошу, когда буду ее фотографировать. Это только... Первая капля. И это конец этой визуальной новеллы, из которой мы узнали, что печеньки спасут мир. Узнав эту великую тайну, мы наконец-то можем закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кушайте печеньки. Всем счастья и добра. До свидания.